Шпион Луис Келси. Автор Келси, 1934 год. Высота 80, диаметр до 18 сантиметров. Вообще очень крепкие стебли, прочно держат бутоны. Очень интересный сорт, необычный, я бы сказала. Простой, такой полумахровый, плоский. С длинными узкими лепесточками, и разрезаны они практически до самого основания. Внутри яркие желтые тычинки и многочисленные пестики красными рыльцами. Вообще этот создает такой изумительный контраст: белое, желтое, красное. Вообще интересный сорт, приятный, красивый, чисто белый, он буквально белоснежный. Хорошо разрастается, надежный сорт. Ну и по возрасту он уже с 34 года, ему уже 80 с лишним лет. Луис Келси. Вот такой замечательный, необычный пион.